28-летняя Эмили Ратаковски стала звездой показа Versace, который состоялся на неделе моды в Милане. Инстадива не стала изменять своим правилам и сделала ставку на откровенность. Модель наблюдала за происходящим на подиуме в первом ряду. Брюнетка примерила алое ультракороткое платье-блейзер Versace. Глубокое декольте с эффектом пуш-апа выгодно подчеркнуло формы звезды. Завершающим штрихом ее образа стали золотые босоножки на шпильке и маленькая сумочка. Любительница обнажаться оставила свои локоны распущенными. В макияже визажисты сделали все, чтобы подчеркнуть природную красоту Эмили. Ратаковски сразу привлекла к себе внимание фотографов. Звезде настолько понравился ее образ, что она даже похвасталась снимками в Инстаграм. Недавно загорелая Эмили Ратаковски на пляжном видео восхитила мужчин. Брюнетка примерила головокружительное мини. Она без юбки позировала на ванне.